How many portable nuclear devices did you see in the bank vault? One. You saw one? Just one, but space is for three. Just because I see a couple of lights at night doesn't mean I saw a goddamn UFO. Look, we believe there were three. I believe Elvis is still alive too, but I'm not buying any tickets for fucking shows. How about the other nukes? Well, one's already here. So you don't know about Paris? What? You heard me. He didn't stop it. Who didn't stop what? You mean him? He used to be Russian Spetsnaz, Vimpel Unit. Dmitry Dima Mayakovsky. The kind of operator who doesn't show up someplace by accident. We know you know him. That we've met. If you want to make a point, make it. We think you know why he was in Paris. Tell me what happened in Paris, then I'll tell you. We don't know any more than you do. The only person who knows what happened in Paris is Dima. Дима, я надеюсь, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Групп подтвердила правила игры? Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но отлично знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата? Ты помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди осознали, какое воздействие мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евмекс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопарк. Вниз на уровень 5, потом вверх по лестнице. Впереди.
Влево, давай влево. Положение соблюдателей. Топор лично сообщи расположение факела. Прием. Основной торговый этаж вон туда. Основной торговый этаж вон туда. Давай, Дима. Сигарет сюдари! Жур! Все! Он ускалывает! Проламывай!
держать его в достижимом радиусе. Он покидает здание. Ё-моё, шевели! Ты, двигай! Пойдем под отстрельный огонь. Дай полиции загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял?
отсюда это. Что за херня, блядь? Это же пустышка, это не ядерное оружие, блядь. Топор лещему, где факел?